Фестиваль искусств «Арт-Окно», учрежденный благотворительным фондом Алишера Усманова, подходит к концу. В преддверии Нового года гастрольное турне по городам России проводит знаменитый театр «Геликон-Опера». Зрителям нашего региона представят гала-концерт «Новогодний бал князя Орловского». Главная сцена филармонии в этот вечер – дом князя Орловского. Тост из оперы «Летучая мышь» Иоганна Штрауса приветствует участников новогоднего бала. Шампанское льется рекой, изящные гости с тонкими манерами. Их элегантные кавалеры, нарочито демонстрирующие таланты обольщения. Произведение мировой музыкальной классики – самый настоящий праздник. Гостям здесь дарят не только эстетическое удовольствие. Их всецело вовлекают в бал, угощают шоколадом, шампанским, некоторых приглашают танцевать. В программе новогоднего бала князя Орловского десятки самых известных произведений мировой музыкальной классики. Арии из опер и оперетт, хорошо знакомые публике песни Мэрилин Монро, Стиви Уандера и Элвиса Пресли. Аплодисменты благодарной публики не смолкают, и это несмотря на то, что концерт начался почти на полтора часа позже. Вылет самолета рейсом Москва-Белгород, на борту которого летела труппа артистов, несколько раз переносили из-за плохих погодных условий. Но праздник однозначно удался. У нас был такой мозговой штурм в аэропорту, параллельно мы репетировали, потому что мы понимали, что если мы прилетим впритык к концерту, то у нас не будет время на полноценную репетицию, нам надо будет сделать сходу прямо с самолета, красиво, здорово. Фестиваль «Арт-Окно» утвержден благотворительным фондом Алишера Усманова в 2017 году. Сцена Белгородской филармонии принимает артистов в рамках масштабной культурной встречи уже не в первый раз. И если люди сегодня пришли впервые благодаря фестивалю искусств «Арт-Окно» в здание филармонии, я уверена, что они станут нашими постоянными посетителями. В этом году фестиваль искусства активно сотрудничает с федеральной программой «Большие гастроли». В 20 регионах России прошло более 600 детских и взрослых спектаклей и концертов. Неся в массы искусства современное и классическое, фестиваль «Арт-Окно» дает возможность жителям даже самых отдаленных уголков нашей страны прикоснуться к ценностям мировой художественной культуры. Нина Бережная, Денис Подзолков, «Вести Белгород».